Только лучшие товары. Увидимся!
Хайра! Добрый день! Все, тогда удачи. Посторонитесь! Пора в путь! Элла! Thank you.
Здесь меня могут заметить. Я разделаюсь с вами. Ela!
Dígnete. Πού καλυθες τούτο εστί. Давай. Давай.
Как сильно его расстроит смерть любимцев. Тише, тише. Это Дарий. Попался. Потому что сам захотел. Нима сказала, ты что-то узнал. Это связано с охотником? Орден что-то замышляет. Ищешь охотника? Помоги мне остановить их. Я слушаю. Один из помощников охотника отвечает за набор в орден в Македонии. Он может привести нас к охотнику. Ищи письма и дневники. Нужно узнать, где будет проходить собрание. Не наделай шума. Я останусь незамеченным. Славно. А ты? Пойду в деревню и попробую узнать дату собрания. Я найду тебя, когда закончу. Нашел. Я нашел. Опасное место. Дарий просил не шуметь. Вот что я искал. Встретимся ночью у нашего дерева. Хочу тебя. Страстно. Ugh.
Еда доставлена. Деревенский повар все проверил. Понятно. Это мне ни к чему. Кровь коз, мотыльки прилетят на огонь. Змея возродится. Новые клыки, новая жизнь. Может, Дарий что-то поймет? Этого должно хватить. Вернусь к Дарию. Сюда. Как все прошло? Все просто отлично. Меня никто не заметил. Славно. Что ты об этом думаешь? Не похоже на тайные письма. Так-так. Клыки. Добровольцы. А козья кровь? Козы. Пастбище. Вот где пройдет собрание. Орден использует козью кровь в ритуалах посвящения. Я счел письмо бессмыслицей. Твои знания очень кстати. Что еще ты знаешь? Собрание уже скоро. Участникам подадут какой-то сигнал. В письме есть что-то еще. Мотыльки летят на огонь. Мы на пастбище. Вдруг они были здесь? Нужно все осмотреть. Да. С чего хочешь начать? Костры из сена. Снизу есть следы сажи. Что с того? Здесь складывали костры из сена. Огонь! Это сигнал. Значит, они встречаются только ночью. Мотыльки на огонь. Верно. Нам нужно дождаться собрания. Рядом есть еще одно пастбище, за мостом. Встретимся там на закате. Я нашел место для обзора. Подождем там. Как
вас много. Охотник будет доволен. Помощник. Перейдем к делу. Хозяин орла. Ваша задача проста. Убейте его! Обойду их. Не упусти его. Я сам справлюсь, просто... Малака. Пусть закончит собрание. Или не ждать. Куда делся Дарий? Убить может каждый, а чтобы пытать, нужны ум и сострадание. Выпейте и станьте одними из нас. Внесите свой вклад в восстановление мира и порядка. Я видел, где лучник. Разберусь с лучником. Поплатитесь за свои деяния! Снова письмо. Надеюсь, добровольцев достаточно. Приходи к озеру. Охотник. К озеру. Интересно. Где ты прятался? Ближе, чем ты думаешь. Тебе ничто не угрожало. Ты ушел. Почему? Я хотел убедиться, что ты не из Ордена. Ты не доверяешь мне. Будто ты не подозревал меня в том же. Признаюсь, подозревал. Ты много знаешь об их ритуалах. К тому же сразу разгадал тайный смысл письма. Ты не с ними. И мы узнали, что хотели. Если верить письму охотнику озера. Мне нужно кое-что проверить. Думаю, Нима найдет для тебя дело. Чтобы Дарий не скрывал, я это выясню.
Элла. Вроде я на месте. Это тут. Стоило мне заплывать так далеко. Я пришел. Такой лодки я далеко не уплыву. Я там, где нужно. Живее!
Да! Различался! Эйла! Но! Давай! Вперед, Фобос!
Элла! Благодарю тебя. Если меня тут заметят, будет плохо. Лучше не лезть в бой и действовать незаметно. На одном из нас. Ah!
Жизнь вернулась ко мне. Как мне отблагодарить тебя? Пошел. Тихо. Элла.
Давай. Пошел!
Тише, тише. Hey, look.